Ага, в мистере Эльфе пропал сигнал, понял. Алло, 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 да. Ай, моя квартира погибла. Что теперь сделать, а? Мистер Эльф. Да? Я, конечно же, знаешь, тебе так плохо, что я тебя оскорблял. Но я буду добрым вот так-то. Что вы здесь делаете? Мне пора вас наказать полицию. Наказать их срочно, быстрее. Что теперь делать будем? Не знаю. Может быть, нам убежать. Уже сейчас будет капец нам. Очень плохо. Разбомбили. Наш дом. Очень, очень плохо. Может быть, надо было переехать к мистеру Ивану. Надо срочно. О, привет, мистер Альф. Как дела? Хорошо. Так вот, разбомбили наш дом, любимый, который... Сбивать их! Срочно! Что на нас? А, на нас нападают! Мы сбили Путина и Лукашенко! Ну что, мудрый старый эльф, ты готов к микроволновке? Да, я готов! Сейчас она будет печь сладость! Обалдеть просто! Это мистер Эльф взорвал мою микроволновку любимую! Нет! Ха-ха-ха-ха! Этот тупой больной мистер Эльф сломал ее! Ха-ха-ха-ха! Ты ненормальный! Так, даю вам первое задание. Это надо уничтожить русских, потому что они на нас напали. А второе задание — убить Путина и Лукашенко. Так точно! Эй, вы русские, вы сейчас у меня умрете, да, за то, что вы напали на вас, да. И уничтожили Мариуполь. Да, да, очень да, плохо, да. Что вы уничтожили Мариуполь. И оккупировали Мелитополь, и Донецк, и Крым, и Луганск. Молодцы, украинская армия! Мы победили Путина! Ах, вот как! Тот человек отклонил от службы в армии украинской! Зачем он это сделал? Это плохо. Ах ты! Ты меня что, не понимаешь? Дурачок! Дебил! Да! Николай, да? Вот так это поэтому. Фу-фу! Фу! Зачем ты отклонил от службы в армии? Я отклонил от службы в армии, потому что мне надо поиграть в телефон. Вот и все. Эй, харьковчанин, а ну сказал полянеза. Сейчас. Нет. Старый мудрый эльф, если ты не посмотришь Арт Лейса, тогда ты будешь наказанным. Понял? Что? Какого Арт Лейса? Если бы я посмотрел Арт Лейса, тогда бы я, получается, я и Арт Лейс. Это вообще безобразие. Светофор. Старый мудрый эльф идиот. Светофор.
Старый мудрый эльф и Артлейс! Как ты, мистер эльф, вообще обалдевший тупой! Эльф, если ты не примешь мои решения, будешь наказан, понял? Король Чертополох, я тебя сейчас убью, ты меня достал, понял? Что? А ну вернись, быстро я сказал. Оба-на, можно сделать печеньки гранатовые. 3, 2, 1. Это еще плохо, но зачем? Когда меняется голос Лотлейса, это еще круто. Да, мистер Айнфа. Очень-очень плохо. Привет, мистер Эдгар. Как дела? А, ты мой лучший друг, Эдгар. Понимаешь меня? Вот такое. Вот ты очень хороший друг. Я знаю. Это Шкода Октавия опять! Так, UA это Украина, АА это киевские номера 20. Это его самое любимое место на свете. Свободе могу ехать. Подъезжай быстрее. Если ты не боишься, мудрый эльф, я тебя убью, понял? Мне почему-то кажется... Старый мудрый эльф, если ты не посмотришь Артлейса... Что? Какого Артлейса? Надо срочно уезжать быстрее. Никакого советского корабля не будет! Надо срочно уезжать быстрее! Быстрее, пока меня мистер Эльф не словил. Быстрее! Вот так-то. Давай-давай. Остановись, быстро. Ух ты! Ну круто.
круто. Что? Ах ты, реколит! Так, ты счастье будешь видеть! Ты, старый мудрый эльф, а ну приготовь пирог с поездом метро номерным. Быстро, я сказал. Что? А как тебе будет интересно в психушке? Ха-ха-ха-ха. Нет. Эй ты, старый мудрый эльф, а ну приготовь торт с поездом метро номерным модернизированным. Быстро, я сказал. Ах. Что? А как тебе будет нравиться в тюрьме Финн МакМиссел? Ха-ха-ха-ха. Не. Привет, и с вами Молния Маквин. И сегодня покажу вам свои вкусняшки. Чипсы с беконом. И поэтому сейчас я буду их кушать. Ну что, сейчас будем начинать их кушать. Давайте их скушаем. Вкусно. Все, я уже поел. Привет, и с вами Старый Мудрый. И сегодня я вам покажу свой кирпич красный. И сейчас мы его будем кидать в реку Днепр. Итак. Ай! Эй, ты чё сделал? Ничего, я просто показал кирпич красный. Врёшь, сейчас получишь. Не. Привет, и с вами Старый Мудраль, и сегодня я вам покажу свой торт вкусный. 81717 Киевский. И поэтому сейчас я буду его кушать. Начинаем сейчас кушать торт. Эй, ты чего делаешь? Ничего, я просто кушал торт. Врёшь! Сейчас получишь. Нет.